Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 126. Упражнение номер 244. Прочитайте. Шел дождик летний теплый, шел теплый летний дождик. Спрятались дождя мы елкой под В от шалаше. Мы спрятались от дождя под елкой в шалаше. Прилетел и хохлат, и уселся рябчик над шалашом. Прилетел и уселся над шалашом хохлатый рябчик. Под зяблик устроился веточкой ели. Зяблик устроился под веточкой ели. Ежик пришел. Пробежал зайчик мимо. Мимо прибежал зайчик. Дождик что-то долго шептал елке. Составьте из слов предложение, прочитайте. Получился ли у вас текст, придумайте к нему заголовок. Запишите заголовок и составленный текст. Данный текст мы можем озаглавить так. Летний дождик. Первое предложение у нас будет: шел теплый летний дождик. Второе предложение. Мы спрятались от дождя в шалаше под елкой. Следующее предложение. Хохлатый рябчик прилетел и уселся над шалашиком. Следующее предложение. Под веточкой ели устроился зяблик. Пришел ежик. Мимо пробежал зайчик. Дождик долго шептал что-то елке. Найдите слова с частью ик. В каких словах это суффикс, а в каких часть корня? Дождик, ик, суффикс. Рябчик, ик, корень. Шалашиком, ик, суффикс. Зяблик, ик, часть корня. Ёжик. И ик, суффикс. Зайчик, ик, суффикс. Дождик, ик, суффикс. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.